Valanciano de Vinca. Так, а ваш номер? Сейчас это наши сторонники, это люди с активной гражданской позиции, которые приходят сюда, можно сказать, по зову сердца и помогают нам, выступают вот как такие волонтеры. Все молодые ребята, надо отметить, студенты. Мне 19 лет, я на самом деле довольно давно там, политически активен, назовем это так, довольно давно участвую в каких-то таких движухах. Вот, еще там и на выборах в 13 году я так помогал, скажем, чуть-чуть. Вот, в 14 году там Мосгордума, потом Госдума в этом году, а между этим еще Костромская компания.